Всем привет! Вы на канале Солнечная Искорка. И сегодня я делаю видео про мои покупочки. Как вы помните, где-то неделю назад выходило такое видео. И я там показывала вам блокнот и тетрадки. А в этот раз я еще раз прошлась по магазинам. И в этот раз уже набрала много всего интересного. Начнем! И начнем мы с журналом. И первое, это журнал Monster High. Вот такой журнальчик. Он за апрель. Здесь нарисована вот такая Дракула, Лука и Клео, Ари, Локотип Monster High и так далее. В общем, подробный обзорчик я сделаю в отдельном видео, иначе это видео затянется очень долго. А пока просто аккуратненько и очень быстро про все мои покупки. Следующее — это очень неожиданный, но приятный сюрприз. Это журнал My Little Pony еще за октябрь 2016 года. Это был очень большой сюрприз, потому что я очень хотела этот журнал себе в коллекцию. Потому что здесь эта серия будет про... Как Искорка получала свой замок. Мне очень нравится эта серия, поэтому я очень рада, что я его получила. Ну и здесь у нас еще нарисована Рарити, Флаттершай, Пинки Пай, Эпплджек и Спайк. И написано, ну что говорит какой-то Искорка: прошу тебя, мой замок. Здесь еще старый логотип. И много всего другого. И сзади вот такой плакат. На него тоже будет скоро подобный обзор. Еще один журнал, но это уже более обычно. Потому что это журнал с новым логотипом за февраль. Как раз у нас сейчас уже апрель. Но тех двух журналов у нас еще до сих пор нет. Здесь у нас нарисована Скутау, Эппл-Бу и Светибель. И сзади вот такой постер. Подробный обзор ждите тоже. А вот это меня шокировало. Это вот те книжечки, которые выходили еще в 2016 году. Не помню, кажется, и в 2015 еще. Вот такие книжечки «Сказки на ночь» с поняшками. Там еще были и принцессы, и феи, там София Прекрасная, в общем, всякие. Но их ко мне еще не завозили ни разу, я никогда не видела ни в киосках, ни в магазинах, там где продаются журналы. И там никаких вообще не было, не то что понять. С поняшками пока выходили только две книжечки вот такие. Одна с Рарити и Спайком, там еще был старый логотип. И здесь уже с новым логотипом, такая с радугой. Это уже за 2017 год, а та была за 2015 и 2016. В общем, это книжечка про серию, где Радуга была слишком уж увлеклась славой и так далее. Там, в общем, про суперпони. В общем, скоро будет обзор твой подробный, потом я все расскажу. Одно я скажу, что это была серия второго сезона. Далее это уже будет не журнал, потому что журналы закончились. Я купила себе некоторые канцтовары. Это вот такая подставка для книг, которую я использую еще как подставку для телефона. Ну, давайте сейчас ее распакуем. Я это сделаю заказом, чтобы не съесть. Вот так она выглядит, очень хорошая, прочная и не разболтанная. Вот такая подставка. Это вообще еле-еле ездит, очень уж крепкая. Ну, а со временем она считается. И мне теперь еще одна из подставочка для снимания. Ладно, пока складу и пока... И вот стоит сам пакетик, здесь написано «Подставка для книг». Теперь уже более такие канцтовары. Это альбом с девочками из мультфильма Диснея «Star Darlings» или «Академия грез», «Сейдж», «Лимби», «Вега», «Скарлетт» и еще одна девочка в желтом цвете, забыла имя.
Так он выглядит. Обычные листы. 30 листов. Здесь еще Disney Star Darlings. Не ожидала, что будет канцелярия Star Darlings. Пока только кое-что вообще, что есть из них. Больше пока ничего не было. Там было три вида. Но мне очень этот понравился. Люблю этот мультфильм. Еще вышел в 2015, но очень классный. Прикольный мульт. Теперь тетради. Я их взяла достаточно много, потому что у меня уже и стало мало. Такие с цветочками. С Софией. С милой кошечкой. С такой пластилиновой принцессой. Как так делать? С Frozen. С Ванни Лов. Винкс Блумстелла, пушистики. Таких взяла несколько штук с котом чемпионом, боксером. Взяла 4 штуки. С божьей коровкой. Куклой, похожей на Барби, но не знаю, что это Барби. Но здесь написано Beauty, но очень похоже на Барби. Взяла такие 2 штучки. Еще один кот-боксер. Вот такая милая панда. Очень милая. Еще одна кошечка. Такие горы. Такие еще штуки. Розой. И специальные тетрадки. Такие химия. Ну, это обычная мамочка. Упс. Так, продолжим. Физик. Геймит. Иноземный язык или же английский. Вовк такой. И вот такой лись. И милые медвежь. И милые медвежат. Да, я знаю много тетрадок, но вот так. Это все были тетрадки. Потом я еще кое-что купила для поняшек. Это вот такие заколочки. Вот я взяла поняшку с хвостиком. Будет проще заколивать. Вот такая радуга. Она часто снимается в видео. Но раньше у меня таких не было. Нам не завозили таких. Но я еще помню с прошлогодних видео у ютубера креативного канала Тома была такая прическа у пони Flower Wishes. Видео обзор на Flower Wishes водяную. Ну, это чтобы с плесками были еще 2015 года Экспоэквестия. Там была та шоколадная Flower Wishes с такой прической. И у нее там много пляшек с такими штучками, но я всегда мечтала по ним, не могла найти. Я помню, нашла. Взяла несколько штук. Взяла 5 штучек. Сейчас покажу, как на поняшке выглядит. Секундочку. Ну и на поняшке это вот так выглядит. Очень мило, мне кажется. Очень красиво это все выглядит. Поэтому я очень рада, что таки приобрела. Если тут понадобится еще, кстати, на когда-нибудь еще поищу и приобрету. В общем, очень красиво. Ну все, ладно, радугу отставляем пока. А из канцелярии я еще взяла вот такой карандаш, он блестящий, но сейчас вам покажу, но это стоит будет блестеть, такой он блестящий. Ну это почти все было из канцелярии, сейчас вам еще кое-что покажу. Еще такие ножницы, давайте их распечатаем. Вот я спаковала, попыталась не тренировать на упаковку, но ножиком не получилось. Пришлось взять. Ну ничего. И вот сами ножницы. Это было все с канцтоваров. Ну и теперь я вам покажу еще кое-что напоследок. Это сладости и все. Это вот такие, ой, прости. Это вот такие 3 шоколадки Винкс. С Блум, Флорой и... Делай, Белосиний и Таникс. В одной шоколадке по 4 плиточки. Это было все. Извините за посторонние звуки.
Пока.